Друзья, вот такая вот красота. Сегодня 31 декабря. А времени... Сейчас гляну. Где-то 8 часов вечера. 20 с небольшим. Буквально через пару часов наступит 2022 новый, друзья, 2022 год. Новый год, если быть точнее. Такая вот красота, я у себя на районе гуляю. Видите, да, как красиво. Вокруг снег белый. Деревья все опорошены белым снегом. Такие вот гирлянды висят. И фонари освещают тротуар. Это я сейчас в парке. Так у нас маленький парк. Я уже снимал здесь. А дальше будет озеро. Там, где утки. Я летом снимал для вас, друзья. Такая вот, друзья, красота. Я сейчас сюда прихожу, чтобы о чем-то подумать, присесть. Там лавочки есть. Именно, друзья, не сесть, а присесть. Посидеть мы всегда успеем. Мы же в России живем. Не забывайте об этом. А вот присесть иногда бывает полезно и подумать о жизни, о будущем. О насущном, может быть, даже о прошлом. Такие вот, друзья, лавочки, лавочка, вернее. И еще дальше есть тоже лавочки. Давайте пройдем. Видите, какой снег скрипучий, белый. Сегодня теплый такой денек, вечерок. Не знаю, как правильно обозвать. Снег сегодня такой рассыпчатый. Слякоти нет. И мороз не трескучий, а такой вот теплый. Вот снег, друзья. Видите, да? Вот. Рассыпчатый снег. Даже комки с него лепить неудобно будет. Если кидаться с комками, то будет довольно неудобно. Вот я в полном одиночестве гордом вышел прогуляться и, наверное, для вас поснимать какие-то интересные кадры, поскольку давно ничего не выкладывал на наш с вами канал. Я бы мог сказать на свой канал, но, наверное, он наш с вами, поскольку я это делаю для вас, вы зрители моего канала, поэтому он наш с вами. Что-то, друзья, у меня одна рука без перчатки, видите, да, совсем замерзла. Не хочет слушаться, я в другую руку взял телефон, видите, даже уже меня речь не слушается. Хоть на улице и тепло. Не холодно совсем для зимы, но у меня уже текут сопли. И довольно-таки все-таки рукам прохладно. Наверное, надо бросать все-таки курить. Я попытаюсь в этом новом 2022 бросить эту пагубную привычку, друзья. Вот так вот. Это даже, наверное, больше для себя делаю. Ну, потом, наверное, уже для вас, чтобы я подольше пожил. Подольше всяких роликов для вас интересных. Как этот, например, поснимал. Поэтому ставим комментарий. Кто, может быть, у кого-то также в парке красиво. Кто гуляет сейчас или посмотрит это видео, этот видеоролик позже и оставит какой-нибудь, друзья, интересный комментарий.
Вот. Но также свои поздравления. Можете друг друга поздравить в комментариях под этим видеороликом. С новым, друзья, 2022 годом. Надеюсь, он принесет все самое лучшее, а все самое худшее. Давайте разверну камеру. Останется в 2021. Друзья, те в капюшоне, в куртке. Так вот хожу, гуляю, потом елку поснимаю для вас. У меня насморк. И рука без перчатки. Надо одеть перчатку. Все-таки, видите, у меня перчатка есть такая теплая. Давно я ничего для вас не снимал, друзья. Как-то вот непривычно мне с камерой разгуливать. Сейчас я одену перчатку. Короче, друзья, вот так вот идем гуляем в Новый год. Почти уже Новый год. Воздух, знаете, какой чистый, приятный. Вот это вот такой вот скворечник интересный для птичек кто-то соорудил. Ай, какие молодцы, да? Давайте с вами также заботиться о наших пернатых, которым холодно в эту ледяную зиму. Кстати, друзья, телефон взял, он неплохо таки ночи снимает. У меня до этого был Honor. Этот, кстати, тоже. Это даже подешевле моделька. Подревнее. Но ночью как-то он лучше захватывает. Вон люди гуляют. Кто-то с санками. Так вот, друзья. Надо же что-то выложить для вас. Пойдемте на озеро прогуляемся. Не знаю, когда этот ролик монтировать начну. Думаю, в ближайшее время. Друзья, вот оно, это озеро, которое я летом снимал для вас суточками, когда их кормил. Такое вот оно в зимний морозный вечер, друзья, новогодний, скажем так. Тут на санях гуляет, катается. Друзья, кто-то пускает салют. То, что я успел поснимать, я думаю, вы увидели вместе со мной. Наверное, тот мужчина, который с детишками, там они на санках катаются. Ну-ка сфокусировать. Никак не хочет. Такой вот, друзья, мост, если вы помните. Вот с того маленького, как его правильно обозвать-то, помоста или мостика тоже. Вот он большой,
если вы все помните, здесь все замерзло, видите, здесь уже лед и снег. Здесь мулток с вами кормили. Вы можете на канале, на нашем с вами, найти этот видеоролик. Он довольно-таки веселый. Там очень дерзкие утки. У них был пир. Их кормил я, кормили люди хлебом. Что еще, запустят салют или нет, интересно. А, наверное, уже, друзья, нет. Это странно, наверное, все дома сидят, отмечают. Никого даже нет на улице. Мужчина уже уходит. Вот так вот, друзья, мост. Еще раз вам покажу его. Давайте я с той стороны пройдусь. Слышите, как скрипит снег под ногами. Это зима. Буду этот ролик пересматривать, когда мне будет скучно. Вспоминать, как я в одиночестве отмечал Новый год, друзья. Давайте пройдемся с вами по дорожке, по озеру, хоть и говорят, нельзя ходить, можно провалиться, но мы будем надеяться на лучшее, что мы с вами не провалимся под лед. Рыбаков нету, они все днем обычно здесь сидят и ловят рыбу. Ну, люди вон катаются на санках. Не знаю. Друзья, перчатка упала. Не знаю, друзья. Давайте я на всякий случай. Не знаю, друзья. А я вообще ничего не знаю. Наверное, все свои мысли оставлю в 2021. Так, довольно-таки пусто, одиноко, но красиво, наверное. Я как-то не планировал, друзья, этот видеоролик для вас снимать, но снимаю специально для вас, наверное. Я и вышел прогуляться, чтобы снять этот видеоролик. Видите, кто-то катается на санках. Давайте. Аккумулятор уже садится, надо его подзарядить пауэрбанком, который у меня с собой. Посмотрим. Кто там катается? Люди катаются. Сколько мы с вами прошли. И тьфу-тьфу-тьфу. Слава богу, не провалились под лед. Люди катаются, не боятся, наверное. Наверное. Это правильно. Волков боятся, в лес не ходить, друзья. О, едет, смотрите. Парнишка. Девчонка, девчонка. Отходи. Видите, это шла, папа. Давай, отходи, садись поедем. Красивенько.
наверх поднимемся. Детишки. Родители идут. Папа, сама? Да. Давай. Наступающим. А я не отойду. Какая вот горка. Оля. Друзья, я тоже прокатился на этой горке, но боюсь, уже мои старые кости этого не выдержат, не вынесут. Вот. Когда-нибудь я прокачусь для вас в горке. Поэтому ставьте комментарии, кто, ну и лайки, естественно, кто хотел бы увидеть, как я для вас с горки поеду. Опять голос садится. Пардон, я болею постоянно. Такой вот я мерзлявый человечек. Такая вот елка, сейчас вам ее покажу. На мой взгляд, она показалась самой красивой. Такая вот елка. Штука детворы. Тоже быдло, больше никак не назвать. Люди катаются, детишки. Вот. Вот на районе такая вот у нас елка. Поближе подойдем, посмотрим, какая вот со звездой даже. Друзья, думаю, меня видно на фоне этой елки, поэтому хочу вас поздравить с новым наступающим 2022 годом. Чтобы все самое хорошее с вами случилось именно в этом новом году, а все самое плохое осталось в 2021. Не забываем ставить такие вот жирные новогодние лайки, комментарии и подписываться на канал. Канал Жека, друзья. Наш с вами канал Жека.